Канал все обо всем представляет. Подпишись на мой канал. Представляю вам приложение Tap Money. Минимальный вывод с 10 рубля. Остальные приложения, заработки в нижнем описании под видео. Мой канал все обо всем. Я копил целый год. Это 14 месяцев. Не советую пользоваться этим приложением. Если вы хотите дойти до 1600 рублей, не стоит этого времени. Вы пользуетесь на страх и риск этим приложением. Могут не платить. Ответственность не несу. Вы потратите время напросто. Я начал на другом телефоне копить с октября 2016 году. Сегодня 2017 год, 23 ноября. Захожу в их почту sharivideoapp@gmail.com. Их почта под описанием приложений. Пишу на их почту. Здравствуйте. Я накопил 1600 рублей. Помогите, пожалуйста. Отправляю сообщение. Проверяю почту, убедиться, что написал, где. Вот я начал с 8 часа утра. Вот 8:46. Где-то прошло 3 часа. 1:42. 11 часов 42 минуты. Я второй раз вывожу на другой телефон. У меня скопилось 1600 рублей. Хороший день вывести эти долгожданные 1600 рублей. Вот мне пишут, пришлите номер кошелька и логин.
Захожу 1600 рублей. Проверяю, обнулилось или нет. Копируем логин, отправляем потом на почту. Называется почта shari_video@gmail.com. Может быть, я неправильно говорю по-английскому. Мне не верится своими глазами, что сегодня выведу 1600 рублей. Вот надо написать и это отправить логин этот в эту почту. Ставлю логин YarVideo and Apps. Потому что я долго делаю, я пытаюсь все правильно делать. Пытаюсь не ошибиться. Это надо писать без ошибки. Лучше копировать логин. Писать лучше не советую просто. Лучше копировать так легче. Вот, пишу Киви свой кошелек, номер кошелька. Тоже надо без ошибки писать. Все должно быть правильно. Вот я ошибся, восьмерку нечаянно написал. Когда я видео снимаю, я нервничаю. Ну этот, когда это Киви кошелек, ну это ошибаюсь иногда бывает, когда видео снимаю. Восемь 707 50 88 067. О, восьмерка неправильно. Стереть надо восьмерку. 67 должно быть.
Вот вроде все правильно. Логин правильно, киви кошелек правильно. Ну я чуть не ошибся. Ну бывает такое. Вот проверяю. Отправляю вот сообщение. Отправить. Вот уже отправил. Вот там. Требования выполнил. Прошло 5 вроде минут. Киви кошелек вроде все правильно. Отправляю. Прошло 5 минут вроде. Вот у меня 3 телефона, те же установленные приложения. В одном телефоне 1600 рублей накопилось. Мне повезло как-то. И этот сегодня вот решил видео снять. Вот 1600 рублей. Нажимаю. Нажимаю на Киви кошелек. Захожу в эту историю платежей. Вот мои 1600 рублей отправлен на Киви кошелек. Вот приложение платит. Но очень много времени занимает. Я 14 месяцев копил с октября 2016 года до сегодняшнего дня. Вот 2016 до 2017 года копил. Вообще это долго копить. Многие вот люди сдаются это копить до 1600 рублей. Ну, реально трудно копить. Вот банк Тинькофф. Вот я живу в Казахстане, в городе Кашетал. Я казах. В нашей стране нет такого банка. Около где-то по времени
с 8 часа утра начал. Вот сейчас 12 часов 7 минут. 12 часов 7 минут. Прошло 4 часа по времени. Отправился на Киви кошелек. Не знаю, почему так долго, но я не знаю. Вот это настоящие вот деньги. Кто вот давно копил, можете вывести деньги только на ихнюю почту. На ихнюю почту надо писать, а не в приложениях. У меня такой вопрос. Откуда они деньги берут, даже не знаю. Спасибо, что мой канал смотрите. Большое спасибо. Может быть, следующее видео сниму про вывод денег. Вы поддерживаете лайками. Огромное спасибо. Решил просто от благодарности снять вторую часть. Вот сегодня решил снять. Вот реально видите, где-то обнулилось 1600 рублей, видите? 80 рублей стал, было 1600 рублей, они это обнулилось. Вот ссылку пихаю на видео, вот. Не действует. В этом приложении можно продвигать видео на своем канале, будут лайки ставить, и просмотры увеличатся, и подписчики. Если вам надоело копить, так можете тратить рубли. И может, как ваше право пользоваться этим приложением или нет, как хотите, ваше право. Спасибо этому приложению, я благодарен. 1600 рублей хоть у меня есть на Киви кошельке. Хоть я не зря время потратил, но 14 месяцев я потратил. Подписывайтесь, ставьте лайки, если хотите, будут новые видосы на моем канале. Всем спасибо. Огромное. Вот другие приложения под нижним описанием, под видео. Любые приложения, TapMoney, Gcash, всякие остальные там. Можете заработать с 10 рублей до 15. Разные есть приложения. Всем пока.